Во время рыбалки, для того, чтобы активизировать малоактивную рыбу или сильнее сконцентрировать активную рыбу, очень полезно докармливать сверху. Вот как я это делаю. Вот такими маленькими порциями. Частота прикармливания зависит от активности рыбы. Соответственно, чем активнее рыба, тем чаще прикармливаем, потому что есть шанс перекормить рыбу все-таки. Вот. И просто кидаем в лунку. Как вы видите, шугалунки не мешает ни ловле, ни докармливанию сверху. Если часть мотыля цепляется за шугу в лунке, в этом нет ничего страшного. Это даже дополнительный плюс, потому что он все равно шевелится. И периодически по несколько личинок отваливаются, и тонкой струйкой постоянно сыпется вниз. Вот и результат докармливания сверху. Важно помнить, что такой способ докармливания можно практиковать только в водоемах со стоячей водой.